Христа, и люби Бога и Отца, и причастие Святого Духа, буди со всеми вами. Совершенно свято, мирно и безгрешно у Господа просим. Братья и сестры, желаю, чтобы по молитвам святых отцов Первого Вселенского Собора мы стали вместе с этими апостолами, с наследниками этих великих даров Духа Божьего. Мы сегодня подобны святым апостолам, которым Господь перед Вознесением сказал никуда не отлучаться от Иерусалима, но пребывать в молитве, ожидать Духа Утешителя. Дай Бог, чтобы мы, невзирая на суету земную, на ту необходимость забот земных, которые присутствуют в жизни каждодневно, мы все же находили возможность пребывать в молитве, в ожидании Духа Утешителя. Потому что только когда Дух Божий будет испепелять наши греховные помыслы и наши греховные деяния, мы сможем достигнуть освящения, обожения, той человеческой задачи, цели, которая стоит перед каждым, кто рождается на этой земле. Я желаю всем нам, дорогие братья и сестры, достойно провести эту неделю и в молитвном состоянии, у кого будет возможность, и попаститься для того, чтобы причаститься в день Пятидесятницы и быть не просто соблюдателями, а участниками этой Сионской горницы, чтобы Дух Божий коснулся и нашего сердца. А для этого нужно только одно – его очистить, потому что только в чистом сердце пребывает Бог. С воскресным днем, храни всех Господь!